9 дней назад кандидаты в президенты Республики Беларусь, 9 человек и их представители собрались с одним вопросом, куда и я был приглашен, рассмотреть вопрос площади. Я тогда выступил публично и сказал, в том числе и кандидатам, и в прессе, я не понимаю, что делать 19 числа на площади, категорически не понимаю, когда нет результатов. Меня не услышали. Я говорил о том, что это политические игры, в том числе представителей партии в лице кандидатов. Это неправильно, это, как правило, и сегодня мы видим, может быть, кровь. Это физические, моральные страдания детишек наших, в первую очередь молодежи. Я сегодня, идя сюда, зашел на площадь. Я не мог не зайти. Я воспользовался как раз этим временем. Этих 35 минут я провел на площади и посмотрел. Большинство, процентов 55-60, здоровались со мной, и совершенно мирные, нормальные люди. Но там есть 10-15% людей, которые эмоционально уже пришли заведенными. Возможно, у них уже стояла задача, и результат мы этот видим.